Сегодня у нас в планах Джокер. Тот самый Джокер, который создал свой мир из персон, который завербовал всех богов древности к себе на службу. Я не уверен насчет сюжета этой игры и сюжета этого Персоны 5. Я никогда не играл в игру Персона. Я без понятия, что там происходит, но я предполагаю, что все было примерно так. Так что, добро пожаловать в... Добро пожаловать в тот самый Slay the Spire с модами. Мод на того самого Джокера. Ахахахаха, хочешь, я расскажу тебе, откуда у меня эти шрамы? Нет, не того Джокера. Тот Джокер вообще ничто по сравнению с вот этим Джокером. Этот Джокер, он такой покруче будет, потому что у него есть персоны. Персоны рулят. Они такие крутые. И он вербует себе и японских богов, и еще каких-то богов. Короче, всех тех вербует. И да, так что поехали. 20-е возвышение. Это у нас третий стрим по Джокеру. Как же Джокер, ты хитер. Ты удачи, приговор. Третий стрим по Джокеру. И мод мне очень понравился, поэтому мы продолжаем. Привет, Фес, здорово. Резил, я услышал тебя. Я услышал, как читать твой ник. Окей. Фес, добро пожаловать. Кот Слип, здорово. Так, ну чего? Мы в прошлый раз играли с билдом на карточки, которые лечат, на волшебниц изумрудного города, которые являются хилками. А сегодня может повеселиться взять реликвию босса. Не, не надо, нельзя брать реликвию босса, потому что сломается механика основная игры. Не-не-не. Давай мне случайную редкую карту, будет весело, да? Что там мы выбили? Последний час, аркан. О, и вот от этой карты мы можем плясать, да? Ну-ка. Так, смотрим, аркан шута, замкнутый круг, вы сбрасываете все карты, затем берете 10 карт, больше не можете брать карты в этом году. В этом году тоже не сможете, если ход будет год длиться. А с апгрейдом? С апгрейдом можно даже не сбрасывать карты, нифига себе. Так, ладно, ну сжигается, ну короче, много добора. Вот ум королей под императором. Снимает с вас все отрицательные эффекты. Дает 2 артефакта и 25 защиты за 3 энергии. Мега крутая карточка. Под судом. Выживший за 0 навык. Дает 5 силы, отнимает 8 здоровья в следующем ходу. Ого-го, 5 силы. Ничего себе. Так, под жрицей. Прощальный ритуал. Наносит 5 урона, восполняет 3 здоровья за каждую карту в стопке сожженных карт. Билд на сжигание. И под смертью отсчет. Оставляется. Убивает врага. В начале каждого хода снижает свою стоимость на 1. А вот, наверное, как мы хотим играть. Мы хотим карту отсчет. Где-то взять тонну энергии и просто ваншотать боссов. Как вам? Как вам такая вечеринка? Или глаз змека просто, а? Ну что ж, поехали. Будем искать способ провернуть это дело. Так, ну... Король Бобров, Фес, тот самый Фес, спасибо тебе большое за 12 месяцев подписки, целый год, чувак. Тот самый Фес, который придумал, как спрятать 2 меча, чтобы их никто не нашел. Тот самый Фес, который знает все секреты магии смерти. Тот самый Фес, который ничего не боится. Спасибо тебе большое за 12 месяцев. Окей, нам нужно либо глаз найти, либо карту блокировки аркана. Я думаю, глаз лучше всего найти, да, было бы. Так, дай мне шута. 7, 14 урона, окей. Пока не получится пройти. Замкнутый круг. Ну нет смысла играть, да. Дает 10 карт, правда. Ну 10 карт это очень много карт. Великий заговор. Наносит 8 урона, дает 2 силы, отнимает 2 силы у врага, если в вашей колоде нет персон. Нам нужна персона смерти, да? Если я хочу
Последний час сделать рабочим. Как его еще сделать рабочим? Ну-ка давай здесь Аркану посмотрим. Чарующий антураж. Токио с вертолетом. На перепутье Аркан Шута. Вы берете две карты, сжигается. На шуте хорошая штука. А смерть? Убивает врага, если у него меньше половины максимального здоровья. Я думаю, мы пока его возьмем. Добор за ноль под шутом. Заряженный удар. Наносит 7 урона. Сбрасывайте любое количество карт. Наносит 7 урона за каждый сброшенный аркан. Окей, давай мне пока что аркан на антураж. Там 2 раза под 7? Где 2 раза по 7? А, вот это точно. Ну, я не увидел чат. 2 раза по 7 я не увидел. Я думал, 1 раз по 7. Так что... Приношу извинения за мисклики, мисплей, ошибки. Мы хотим глаз. Чтобы получить глаз, нам нужен первый босс. 7, 14, 21. Не хватает урона. Нужно босса пройти. Окей, сейчас задача пройти слизня. Чтобы пройти слизня, нам нужно очень много урона. Нам нужно в 2 раза больше урона, чем возможно. Нам нужно... Ну, хотя урон есть, нам нужно какой-нибудь, типа, сильный удар. Или... О, смерть, кстати. А, стоп. Зачем? Просто собери энергию. И все. Вот он, бледный всадник. Персона смерть. Накладывает уязвимости на всех врагов, когда вы разыгрываете карту, исключая персон. Найдено. Бледный всадник, как по заказу? А? Как вам такая вечеринка? Знаете, что я подумал? Я вот только что подумал. У нас на стримдеке очень много кнопок про руину. А когда вот находишь, например, то, что тебе нужно, карточку, на стримдеке нечего нажать. Что, что я могу нажать? Я могу нажать... Удача. Удача при мне. Удача при мне. Ну такое. Ты был избранником! Ты был избранником, есть. Ты был мне братом, ты был Энакин. Мне братом, Энакин. Ты был я мне... любил тебя. Камень я не дам. Это хорошая вещь, но не подходит. Есть эпичная музыка. Но это нужно для босс-файтов. Окей. Кнопочка будет в пыли. Есть суп. О, великий суп наварили. Но суп слишком эпичный. Нам нужна кнопка, чтобы было... Для средней эпичности. Не самая эпичная, но такая вот. Есть еще руина, естественно. А кнопки, чтобы хорошую карту отпраздновать, нет. Надо же кнопка с хорошая на хорошую карту. Золотой идол. Окей. Мы всегда берем золотого идола. Только вот 19 урона мне получать не хочется. Хотя... Я, наверное, здесь пойду по кострам на этом этаже. Мне хочется на элитку пойти, но путь на элиток проигрывает путю через костры очень сильно. Только на эту можно элитку. Хотя на рейде этот звук. Ну, рейду нужен хороший. На рейде нужен хороший звук. Хихик? Что за хихик? Чат, где я пропустил мем про хихик? Чему я не шарю? Хихик в Дискорде? Не, ну смайлик я видел. Который вы сделали. Я не уверен, что я его поставлю. В смысле, что за хихик? Да я все вчера пропустил, я за инженера играл. Варлок, ты играл в Манликтер? Нет, руин. Неферен, спасибо тебе большое за... За донат. Спасибо тебе большое за 32. Этот... Я не играл в Мунлайтер. Не, нет. Так.
Что я хотел удалить? Чат, я уже забыл, про что мы играли тут. А, мы делаем билд на последний час, да? Ладно, а если мы делаем билд на последний час? Но я все равно, наверное, хочу удары удалять, да? Удары самые плохие. Мы пройдем и прокачаем сейчас все карточки. О, бесполезные арканы в первой руке, класс. А, стоит ли бесцветное зелье здесь использовать? Да, наверное, нет, но я использую. Алчущая длань, хорош, стри. Стоило 20 золота, как с куста. Продали зельку за 20 золота и сэкономили 10 здоровья. Вы такого больше не увидите. Вот сейчас кнопочки не хватает хорошей, так, чтобы типа порадоваться. Вы заработали 40 золота. Хорош. Ну окей. 40 золота. Нет, слишком эпично. Сменить маску. Дает 9 защиты, вы кладете персону из стопки добора в руку. Ну, нормально. Еще один бледный всадник. У нас уже есть. Булат. Наносит 10 урона. Вы сбрасываете любое количество карт, дает 8 защиты за каждый сброшенный аркан. Ну чё, берем 9 защиты и персону, да? Может пригодиться. Зенин, привет. Так, а что апгрейдить будем? То есть последний час закрейдить. Стоит на одну энергию меньше. Всадника можно в стартовую руку положить. А здесь апгрейд. На шуте перестает сжигаться. А на смерти тоже перестает сжигаться. Странно. Так, а что еще можно проапгрейдить? Наверное, вот эту карточку. 12 защиты, да? Всадника в стартовую руку. Ну, всадника в стартовую руку, если мы будем играть через смерть, то стоит поставить. Это гарантированная уязвимость каждый ход. О, лицедей. Берете карту, когда разыгрываете персону. Общая атака. Вы разыгрываете по случайной атаке за каждую из вашей колоды, за каждую персону в колоде. Сжигается. О, случайная атака из колоды за каждую персону в колоде. Подожди, а это атака? Это навык. Блин, отчет, это навык. Не прокатит. За 3 энергии 2 случайные атаки сыграть. Они должны быть дорогими, да? Значит, не прокатывает. Ну и персон нужно много, чтобы это работало, да? Фамильный клинок. Наносит 10 урона, вы кладете аркан из стопки добора в руку. Тоже как бы добор. Арканы мы всегда хотим вытаскивать. Берем общую атаку под глаз змека. Все за 3. Не, покупать точно не стоит. Я думаю, стоит удалить удар еще один. Тут, конечно, есть риск того, что мы на боссе загнемся, если я все удары удалю. Но есть риск того, что не загнемся. Да? Мы можем и не проиграть. Как будет круто, если мы выиграем. Что если? Может быть, удалить оборону? А эта штука что-то делает? Убивает врага, если у него меньше половины здоровья. Но ему надо сначала здоровье ниже половины опустить. Я удаляю удар. Мы идем ва-банк. Окей. Пойдем сюда, и здесь будет 3 боя, чтобы насобирать. Будет 3 боя для того, чтобы карточки насобирать. Я не буду покупать ничего. Мне ничего не нравится. Я недоволен. Так, давай мне апгрейд. На. Вот у нас урон. Но он, конечно, на нас уязвимость накладывает.
Бур? А, мне не нравится Бур. Я его за релик вообще не считаю. Скорее всего, я не прав, но я его... А Бур пронзит небеса. Но если пронзит небеса, тогда мы с ним поговорим. Пока он небеса не пронзил, я думаю, что я не буду его брать. Давай мне апгрейд на маску, да? Да. Фонарь. Энергию в начале первого боя. В начале боя. Ну а дальше что? Здесь перестает сжигаться. Ну давай легендарку апгрейдить, да? Будет меньше стоить. На один ход быстрее сыграем. Тур потерян. То потеряно, то не найдено. Что найдено, то не потеряно. Так, всадника, пожалуйста. Убивает врага, если у него меньше половины здоровья. Я могу сейчас на вот что сделать. О, смотри. Так. Сколько оно стоит? 3 энергии. О, блин. Не могу я сделать это. А он не оставляется. Фигня какая. Ну ладно. Давай. Боньк. Этой воши. Как много уязвимости. Стрип, все под уязвимостью. То есть облик смерти — это перманентная уязвимость на всех врагах. Что очень круто. Только проблема в том, что в самой, у самой смерти почти нет скиллов, ну или карточек, которые... Почти нет карточек, которые урон наносят. Нам нужно найти карточки, которые урон делают. Вот как мне сейчас? Я вот сейчас добить не могу. Ну зря я не купил этот. Зря я не купил атаку. Лучше бы купил атаку, сейчас бы золото осталось. Зелька не поможет, мне нечего играть. Жгучий удар. Под шутом 6 урона, 2 карты до борт. Хорошо. Под смертью 22 урона и дает 2 энергии в следующий ход. Вот наш урон. Вот это нам нужно. И улучшенный 30 урона. Общая атака у нас будет плохо работать. Потому что карты смерти не считаются атаками. Вот это нам нужно. Вот атака, да. Теперь мы делаем хапаум. Теперь мы делаем хапаум. И теперь мы делаем 6 урона, которые превращаются в 9 урона. И играем еще 2 обороны. 22 блока работорговец. Ты не пробьешь. 3 энергии. Окей, 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 окей. Мы делаем блок, мы делаем блок. Мы делаем боинг. Блин, а вот оставлялась бы экзекуция. Пролом 24 урона. Экзекуция, нужна половина хп, чтобы была. 24 урона мало. Но я могу зельку использовать. Окей, смотрите, 24 урона. Я хотел сыграть экзекуцию, а энергии-то не хватает. Ну ладно. Будем считать, освободили место под зельку. Хотя, наверное, мне эта зелька пригодилась бы на боссе. Мощь арканы. Аркан, талант. Так, под шутом дает силу ловкость. Класс. Под смертью накладывает один уязвимости на врагов в начале вашего хода. Ну, довольно бесполезно для нас под смертью, но под шутом нормально. Ни шагу назад. Вы берете 3 карты, в следующем ходу возьмете на 2 карты меньше. Даже не знаю, стоит оно того. Технически за 2 хода это мы играем в 0. Потому что он сам место карты занимает. То есть ты добираешь 2 карты, на следующий ход 2 меньше. Следующий ход у тебя будет слабее. Учитывая, что у нас есть карточка, которая дает энергию на следующий ход, вот здесь, наверное, это невыгодно.
С апгрейдом может быть выгодно, но я сомневаюсь. Терпение дает добор на следующий ход. Вот терпение смотрится неплохо. Это, правда, опять не атака, но... Но это чистый добор, ничего лишнего. Нам нужно улучшить урон срочно. Жгучий удар в апгрейд. Еще один бой, чтобы найти нормальную карточку на урон. Один бой, одна попытка, одна победа. Один хардкор. Смени мне маску. И дай пролом. О, вот это удар. Неплохо. И экзекуцию ему. 9999. Сноровка. Вы кладете две карты из топки сброса в руку. Может быть полезно, брать мы ее, конечно, не будем. Заряженный удар наносит 7 урона, сбрасываем арканы. Не, нам такое не надо. Ничего, получается, я ничего не взял, да? Получается, не взял. Так, как еще урон увеличить? Удары проапгрейдить. Не-не-не, проапгрейдить терпение и больше добора равно больше урона. Ну что ж, поехали, слизень. Сразу. Первый ход. Мы делаем добор. Мы играем всадника. И отсчет пошел. Сменить маску. Вытаскивает Арсена на будущее. Экзекуция пока не работает. Окей, мы можем сделать зов странствий. Я не знаю, будем ли мы его сбивать. В идеале я его не хочу сбивать. Я просто хочу на него сыграть отсчет и выиграть. Но, возможно, это не получится. Пролом. 45 урона. Так, он сбивается на 75 здоровья. 132 минус 45. Это будет 132 минус 45. 45 минус 32. Это будет 8 плюс 5. Будет 13. 100 минус 13. Это 90. 87. Он не раздвоится после пролома. То, что мы хотели. О. Теперь делаем так. Варлок, почему не видно персонажа у костра? Может, он невидимый? О, знаете что? Мы могли бы экзекуцию, наверное, сделать. Да, здесь может была экзекуцию. Но, наверное, экзекуции не будет. Мы сейчас просто бонкнем его на 45. Потом еще вот так и вот так. Я думаю, этого будет достаточно. А энергию не видно. Пример переехал, энергию открыл, извините. Ошибки были сделаны. Не бьешь на 18, поздравляю. А что если я буду терпение и вот так делать? И сожгу твою слизь, и сыграю оборону, и сыграю еще одну оборону. 5 уязвимости. Тем более, с уязвимостью еще стакалось. Execution. Так, как нам там отсчет? 8 ходов еще. Что мы будем делать без отсчета? Будем играть маску. Будем играть терпение. Подожди, я тебя собью ударом. Зачем я это все играю? Я тебя собью ударом. Во. Тебя сбить ударом? Ты делишься на 2 слизни по 6. 2 слизни по 6 равно 6. 6. 6, 6, 36. Мы сыграем отсчет, окей? Мы сыграем его, даже если придется ради этого получить урон. Для того, чтобы... Это уже принцип. Я могу его сейчас убить, но мы должны его сыграть. Окей? Еще один ход. Еще один ход, мы сделаем это.
отсчет. Убивает врага. Твое время кончилось. Ой, не та карта. Твое время кончилось. Оно наносит 909 тысяч урона одним ударом. Оно не убьет сердце. Сердце, наверное, заблочит. Таната составляется. Персона смерть. Атаки с ценой не менее двух разыгрываются дважды. Вы теряете два здоровья, когда срабатывает эффект. Но только атаки. То есть это будет работать на пролом. Предрешить судьбу, следующий аркан разыгрывается дважды. У нас только один нормальный аркан, вот этот. И все. Все остальные арканы ничего не делают. Аматерасу. Мы в прошлый раз играли Аматерасу. Танатос — это будет мега пролом. Но не будет уязвимости гарантированной. Мы сейчас гарантируем уязвимость в каждом бою. Вот через бледного всадника. Будет 4 энергии на следующий ход. Да, но это одна карта. Пока что. Начинаем с бледного, а потом Танатоса. Ну, можно взять. Ладно, берем его. Фулл смерть билд. Глаза нет. Окей, нам нужно еще один удар еще один этаж пройти. Нужно пройти еще один этаж, там будет глаз. Проклятый ключ или эктоплазма? Проклятый ключ, я хочу релики. А где релики взять? Если мы возьмем проклятый ключ, надо взять черную звезду. А, ну я хочу энергию. А где энергию взять? Взять проклятый ключ, но я хочу релики. А здесь проклятие за каждый сундук. Ложно. Можно взять эктоплазму и остаться без золота до конца забега. Это, наверное, плохая идея. Не, со звездой мы не пройдем второй этаж. Второй этаж не проходит в 3 энергии. Нашей не самой сильной колодой. Надо брать ключ. Не, звезда не пройдет. Со звездой проиграем. Я бы с удовольствием, но не прокатывает. Ладно, так, что у нас по пути? Чуть-чуть, смотрите, идем сюда. Вопрос. Здесь магазин. Потом тыщит плохой магазин. Удаляем удар. Идем во второй магазин. Покупаем плюшки. Идем сюда. И в конце на элитку. О, план баклан. Погнали. Так, что у нас есть? Танатос, в первый ход. Нам не подходит пока. Так что бледный всадник. Бледный всадник, рассадник, вылезай на борт. Так, подожди. Нам было сначала Арсена сыграть для ловкости, да? Я вот сейчас это начинаю понимать. Ну что ж, 4 энергии некуда потратить. Или мы можем экзекуцию сыграть. Это будет 18 урона, нам нужен 25. 25 у нас нет, чтобы экзекуцию сделать. Ну, уязвимость на себя точно не стоит кастовать. По-моему, блин, мы скипаем ход. Что ж. Минус 10 здоровья. Пролом пришел. Завезли пролома. Пролом можно сыграть два раза под Танатосом, но все равно один из грабителей сбежит, поэтому...
не сбежит, а даст там в бубен. Наверное, я включу Арсена, чтобы получить на одну защиту больше. Теперь замкнутый круг. Немножко карточек. Можно ли мне карточки? Будьте добры. Окей, запереть. Враг теряет 6 сил и до конца хода блокирует один аркан из руки. Заблокированные арканы не могут измениться. Наверное, нам нужно это. Сакуя, жрица. Жрицы сегодня не идут. Кромсающий порез. Под шутом 6 урона, 6 защиты. Под смертью 20 урона. Просто. Со вкусом за 2 энергии. Но... Жгучий удар-то 30 урона за, 2, за 3 энергии. Ага. Ну тоже будет играться дважды. Но минус 6 силы это круто. 40 под Танатосом. Ну да. Мне кажется, минус 6 силы лучше взять. Кто босс? Автоматон. Удаление карт. Кайф. Так, ну я продолжу удалять удары. Хотя нам бы неплохо. Нам было бы очень неплохо карточек, которые что-то делают, добавить в колоду. Окей, ты наносишь 12 урона. Угадай, что я блокирую. 12. Следующий ход будет пролом. Играть карты смысла нет. Ждем 11 ходов и побеждаем. Двойной пролом делает хил под Танатосом. Стоит ли оно того? В чем-то, конечно, стоит. Двойной пролом, хил. Все. Потеряли 2 здоровья, но оно того стоило. Еще один жгучий удар. Для еще одного пролома. Не-не-не, одного хватит. Вот теперь можно жестокий натиск взять за 2 энергии атака, да? Окей, мы идем сюда, по вопросам. О, мы умрем? Мы умрем, если в первый ход не вытащим Танатоса и пролом. Или не умрем. Но 225 золота? Я не хочу отдавать. Убьем? Чат говорит, убьем. Я говорю, умрем. Сейчас мы узнаем, кто из нас прав. Бледный всадник есть, Танатоса нет. Есть 5 энергии. Есть пролом. Есть запереть на вот этого чувака. Блокируем пролом. Он наносит 0 урона и плюс уязвимость. О, пролом бьет на 45. Хорош. Медведь. Нет. А я говорю, да. А я говорю, да, медведь, хорошая работа. Говорят, ты поплатишься за это. Сейчас посмотрим. У меня 6 энергии. Жестокий натиск, 30 урона. Мы можем Ромео минусануть, да? Так, плюс удар. Теперь сменить маску, чтобы никто не узнал. Теперь терпение. И оборона. Колючка, ты остался один. Колючка, ты один. И у тебя пролом. Без урона. С первой попытки. Кайф. Терпение. 8 защиты и добор. Терпение такая карточка, которую можно брать много. Проклятие нам нельзя брать. Нам их надо будет удалять в магазине. Еще. Я думаю, нам нужно здесь хильнуться. Плюс маска. Маска хороший релик. Окей. Акабека. Му, говорит. Хорошо, говорит. Так, душевно. Можно удалить карту. Акабека наносит... Первая разыгранная атака наносит на 8 больше урона. Но это не очень актуально. Нужно, чтобы атака била много раз.
Один золота не хватает на что? На удаление и... На что не хватает один золота? На кобеку хватает. 200... А, один золота не хватает, чтобы по кобеку и удалить. Да. Точно. Мощь аркан. Это будет уязвимость. Нам не нужна. Эти все карточки тоже не нужны. Удаление и релик. Мне кажется, удаление лучше, чем Акабека. У меня ни одной атаки, которая с Акабека работает. А у меня уязвимость есть. Или мне оставить золото на удаление проклятий. Открыть здесь сундук и удалить. Кобека под Танатосом работает. В жизни терпение хорошая карта, которую брать много надо. Это карта, которую ты никогда в магазине в жизни не найдешь. А падает только с эпичных босс-файтов. Или качается за много скиллпоинтов, которые надо много лет качать. Под Танатосом не должна. Окей. Ну что, оставляем денежки, копим. Копим на будущее, которого может не быть. Если ты не копишь, то что ты делаешь? Если ты не вкладываешь на счет в банк Slaze Aspire, зачем ты вообще живешь? Это бизнес, детка. Не-не-не. Мы удалим удар. Мы удалим последний удар из колоды. А 150 я оставлю нам на будущее, которого может не быть. Три карты призрачность. Три карты призрачность, у меня 26 здоровья. Три карты призрачность — это плюс 3 хода ожидания последнего часа. Три карты призрачность — это... В теории хорошо. Но на практике мы набрали много защитных карточек. Защитная. Незащитная. Бесполезно. Бесполезная. Защитная. Меньше кастов под Танатосом. Он будет один урона наносить под призрачностью. Че, берем? Будем как бессмертная, неуязвимая, неуловимая смерть. Призрачная. Как призрачный Грим Рипер. Не берем? Че не берем-то? Звучит как плохая вечеринка? Да ладно. По-моему, отличная вечеринка. Это лучший ивент в Slaze Aspire. Он тебе дает все, что, о чем ты можешь мечтать. Он тебя наказывает за мисплей, тоже хорошо так. Мы хотим жить вечно. Это самый весомый аргумент. Мы хотим жить вечно. Мне кажется, призрачность нам зарешает много. По-моему, надо брать. Теперь манго. Манго в следующем сундуке, смотрите. 3, 2, 1, манго. Каменевшая раковина. Это анти-манго. И проклятие боль, которое контрит каменевшую раковину. Предотвращает первую потерю здоровья в бою. Раковина. Меч короля пронзает панциря. О, нет, боль. Что делать? Что делать, чат? Умереть во славу короля бобров? Приветствую, Вару. Мистер Негатив предлагает. Давно я не попадал на Спайр.
Мистер Негатив, спасибо большое тебе за донат 128 сердечком. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное за поддержку. Ты не попадал на спайр, потому что он редко у нас бывает сейчас. Пеглин поглотил весь наш разум. Пеглин завербовал нас в свой пеглинский культ. Дельку и скип. Я, наверное, лучше сыграю терпение 2 обороны, да? Это сколько будет блока? 8, 5, 5, 18. Я, наверное, лучше потеряю буфер, то не буду скипать. 4 потеряем. Зелья такие хорошие для этого босса и для нашего билда. Мистер Негатив. Самый позитивный из мистеров и самый негативный из позитивных и позитивный из позитивных тех, кто любит спайр. Добро пожаловать. Добро пожаловать, ты вовремя. Мы как раз идем за победой. Терпение. Окей. О, даже лучше. 333. А, надо всадника тоже сыграть. И надо... минус 6 силы сделать. 12 наносят. И надо еще сыграть. В итоге я потерял 3 здоровья всего лишь. После этого боя будет зелька? Вдруг не будет. А что если... что если мы сыграем железный натиск, который наносит 30 урона под Таната самой призрачностью? Что если мы сыграем призрачность Танатоса? Жестокий натиск, чтобы нанести 60 урона Центуриону. А после этого зов странствий, который ударит на недостаточно сильно. Что если после этого мы сыграем сменить маску, вытащим Арсена, скипнем ход. А жрица не кастует сейчас хилку, она попалась в ловушку. А теперь ход конем. Двойной пролом в молоко. Это был мой план. Да. Двойной пролом, минус 2 здоровья просто так. Окей, мы вернем сейчас... мы вернем бледного всадника, потому что я сейчас на мисплею. Окей, мы делаем бледного всадника, мы играем... сменить маску, чтобы никто не узнал. Так, запираем тебя. Еще одну оборону. Вот так вот. И ни одного мисплея до конца боя. Потому что... потому что пролом. Плюс терпение. Окей, боль здесь. Нужно ее остановить. Просто сыграй пролом. Окей, мы получим один урон, но мы выиграли бой. Надо какую-то хилку где-то раздобыть. Зелька, кстати, выпала. Но мои зельки лучше. Древняя дрожь, аркан, под шутом, дает защиту, наносит один урон, а вы берете карту. Летальный исход, атака под смертью. Аркан, наносит 8x урона, если x не меньше 9, убивает целевого врага, исключая боссов. Вот она, ультимативная атака. Нашли ее. Окей. 8x, то есть, если 10 энергии, это будет 80 урона. Да? Или нет? Да, окей. Что-то не очень круто. За 2 энергии 16 урона. Но Танатос будет ее 2 раза играть. О, нет, культисты. Каркар. Так, и опять боль в первой руке. Да как так-то? А нужно удалить это проклятие. О, минус призрачность. Окей, сыграю еще одну карту, чтобы уязвимость точно сохранить. Они убьют нас. Узри смерть. Нет, нет, все хорошо, смотри. Мы запираем этого культиста в чулане. Фиксируем вот этого культиста проломом, который наносит 45 урона. Мне не хватает чуть-чуть. Мы сменим маску.
Подожди. Две призрачности на следующий ход. Мы сменим маску. Вытащим Танатоса. Теперь я могу сыграть Танатоса и потом пролом. Но мне это не нужно. Это лишнее. Я сейчас блокирую полностью. Мне не нужно терять два здоровья под Танатосом. Я могу Танатоса и летальный исход. Но смысл? У меня будет 5 энергии на следующий ход. Мы сможем все сыграть. Рыбалин Дэндилайн, привет. 45 урона. По-моему, оно того не стоит. Лучше так. Летальный исход сейчас ничего просто не делает. Ну нет смысла его не играть, да? Ради уязвимости. Получаем 0. Окей, окей, окей. Теперь. Сейчас будет маневр. Прошу прощения. Призрачность 1, призрачность 2. Странствие. Минус культист. Минус 2 здоровья. Мы же так по 1 хп, по 1 хп сейчас весь забег провтыкаем. Не-не-не, никто ничего не провтыкает, окей? Мы бессмертны. Вот теперь можно включить Танатоса. Сыграть жестокий натиск дважды на этого культиста. Так, экзекуцию не хватает. Мы можем запереть тебя. Заблокировать тебя. Терпение. И ждем. Ждем следующий ход. 21 урона. У нас хп меньше, чем ты бьешь. До отсчета еще 10 ходов. Нет, у нас есть пролом. У меня 10 хп. Я ни одного удара от врагов не пропустил. Я сам себя прибил. Прибивал все это время. Я что-то закашлялся, нужно полечиться. Уборный тыквенный сок. Какой-то билд на самоурон получается, который ничего не делает полезного. Михаил. Начальный оставляется суд. А может быть, нам суд нужен? Что ты делаешь в суде? Отнимаешь 6 здоровья на следующий ход, понятно? Что ты делаешь в суде? Все враги теряют здоровье, равное намерению целевого врага. Понятно. Так. Что еще? Жгучий удар. 4 урона 3 раза. Ну, все не то. Еще один Танатос? Взять его для того, чтобы у нас была карточка, которую можно отдать в ивент с фиолетовыми огнями, получить 10 максимального здоровья. О, точно. Окей, берем Танатоса. В этом вопросе. Ивент на фиолетовые огни. Отдаем им Танатоса. Профит. Full heal. Профит. 10 максимального здоровья. Как вам такая вечеринка? Начать прогноз. Выпадут ли фиолетовые огни? Верит. Каковы шансы? Один ивент на всю игру. Одна попытка, один знак вопроса, один Танатос. Ивент с фиолокнями редкий, это шрайн. А что такое шрайн? У меня 1500 часов в спайре. Это определенный тип ивента или что? Он, может быть, один раз выпадает за забег или как? Одно кольцо, чтобы всех сковать. 3 кольца великим слизням для этажа первого. 7 для древних королей Змека в их глазах. 9
духом обреченным принимать подношения и одно для властелина сердца, чей престол высокий шпиль на вершине, где парит туман. Единое, чтоб всех заставить в игру свою играть. Okay, какие шансы? У верующих коэффициент 1 к 22.5. 5000 против 112 тысяч. Верующие, это для вас. Ставки производятся на добровольных условиях, не облагаются налогом и не подлежат возврату. Я не виноват, что вы вложились в ненадежную компанию. Кто? Я не знаю, о чем вы говорите. Давай нетерпение. Okay. Ну, у меня хотя бы в первой руке нет боли. Это уже радует, да? А, кстати, мы урона здесь не получаем. От первой атаки. О, ну я могу жестокий на... А, у меня призрачность есть. Подожди. Призрачность. Танатос, жестокий натиск. Во. Призрачность, Танатос, жестокий натиск. Сюда. 60 урона по паразиту. Мы не получим урона. Да, потому что призрачность. Сменить маску. Вытащить второго Танатоса. Это запасной Танатос на случай важных переговоров. Я умру от боли. А меня убьют по один урон, или я сам себя болью прибью. Ключ руины. Зачем я его взял? Мы можем убрать Танатоса. Можем пройти паразита. У меня 7 здоровья. 6. У меня 6 здоровья. Окей, все, мы прошли. У меня еще минус 2 здоровья, Танатос опять сработал. О, нет. Окей, это что за аркан? Нет. Булат сбрасывает арканы. Мне придется лечить 7 здоровья себе. Ничего, хилится на 7 хп. Как удалить эту дурацкую карту? Что делать? Где все хп? Откуда я знаю? Да как зарплата. Вроде получил зарплату, потом через неделю такое. А где все зарплаты? Но если я не возьму хил на 7, я не смогу карты играть. Окей, давай мне хил на 7. Это ужасно. Кремлины. Могло быть хуже, да? У меня есть 2 Танатоса. Давай мне пока всадника. Экзекуция, призрачность. Я буквально ничего не могу сделать в первый ход. Вообще ничего. Мои карточки не работают. Мы играем призрачность и оборону. А мы сохранили буфер. Не надо было неосязаемость брать. Но... Боль! Боль. Что ты здесь делаешь? Опять мой буфер ушел в молоко. Окей, если мы сыграем Танатоса и пролом, будет 90 урона.
если запереть... Ну, мы можем сыграть призрачность для начала. Что за фигня? Да, закадровый голос. Вы можете задаться вопросом, как я оказался в этой ситуации? О, вот это на стримдеку надо, точно. Так, знаете что? Я наконец займусь записями. Я сейчас запишу себе на бумажку и наклею на доску, что надо на стримдеку добавить. Была кнопочка, типа, вы можете задаться вопросом, как я оказался в этой ситуации. Из какого-нибудь фильма взять, да? Оно же во всех фильмах есть. Какой самый знаменитый фильм с этой, с таким моментом? А, у меня ручки нет. Блин. Ручки нет. У меня есть все, но ручки нет. У меня есть вот такие иголочки. Иголочка. Пин называется у нас в простонародье. У меня есть колокольчик. Звенит. Для того, чтобы слышать, когда кто-то приближается. У меня еще есть. У меня есть вот это. Это, кстати, реликвия. Реликтовый переключатель громкости на моей первой звуковой карте, которая была у нас стояла. У меня была... купленная на барахолке, самая первая внешняя звуковая карта. Нет, внешний предусилитель для стримов. Был куплен где-то на барахолке старый ламповый предусилитель. Я не помню, как он назывался. Но у него потом отвалилась ручка громкости. Это она. У меня есть нож. Видимо. Откуда? Там есть нож. Почему нож лежит в этой, в коробочке? Я его положу обратно. Все, больше в коробочке ничего нет вроде. Там еще какие-то эти штуки. А ручки нет. А, булка пришла. Булка, тебе нравится коробочка? Булка пришла. Окей. Так, тихо, это булка. Она никогда не приходит, ей очень интересно, что в коробочке. Попробуем ее заманить. Я не хочу дальше играть этот бой. Потому что нас сейчас убьют. Поэтому мы будем заманивать булку. Булка, иди сюда. Она подходит потихоньку. Сейчас. Может, я ее наконец вам покажу. Нюхает коробочку, окей. Я поставлю коробочку, она пойдет к коробочке, а я ее потом схвачу и покажу вам. Только тихо, чат. Не палите контору. Привет, YouTube, кстати. Спасибо большое, что смотрите. У вас самые лучшие зрители. По-моему, она поняла мой план. А, булка сбежала. Ну, зато Цирилла пришла. Цирилла, да, вот Цирилла хорошая. Цирилла на руки идет, Цирилла нет. Смотри, какая. О-о-о. Цирилла даже можно делать вот так. Thank you.
Кирилла тоже банку хотела смотреть, и я ее поймал. Все, Кирилла поймана была. О, длинная кошка. Ой, ой. Все, полезла. Эй, воу-воу-воу, только ты аккуратно там на этот зеленый экран не завали. Ладно, оставлю им банку, пускай развлекаются. По-моему, кто-то из кошек воняет. Чат, каковы шансы, что кто-то из кошек накакал в моей комнате? Очень интересно. Это от забега? Забег воняет. Колода воняет. Окей, Дэдпул 2. Вы, наверное, гадаете, как я оказался в этой ситуации. Спасибо большое, Барлёх. Нет, точно не от меня воняет. Вам не слышно через микрофон? Ладно, давайте играть. Все. Пошли играть. Ой, что здесь такое? Призрачность. Боль. Окей, ну нужно играть призрачность, да? Здесь мы не получаем урона. Могу Танатоса и пролом сыграть на босса. На следующий ход. Натиск под проломом, да? Ну, типа, да. Танатос, пролом и натиск. Если мы его вытащим. Ну, а что делать? Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситков, а не примкнешь к ним! Я не использовал Танатоса. Восстановишь равновесие силы, а не ввергнешь ее во мрак! Оби-Ван, прости меня. Я перешел на сторону руины. Ну что ж. Не очень-то и хотелось. Так, они меня сейчас на 4 ударят, у меня останется 6 здоровья. Мне что, зелье защиты играть, чтобы 4 урона не получить? Видимо, да. Не, лучше оставлю на следующий ход, мало ли чего. В тем зелье есть карта? Где карта? У меня 0 энергии было. Если я сейчас сыграю, призрачности нет. Летальный исход 12 на 6. 12 на 6 это сколько? Не, 103. 72, окей. Я Глеб Глоб. Пришел, чтобы заруинить руину. Глеб Глоб. Невозможно убить то, что уже мертво, и невозможно заруинить то, что уже заруинено. Ruin has come to our family. Спасибо тебе за донат. Ты не сможешь остановить прогресс. Нам нужно играть Танатоса и Летальный исход.
меня 4 здоровья опять. На 3 больше, чем нужно для победы. Королевская подушка! А-а-а, отдых лагеря восполняет на 15 здоровья больше. О-о-о-о! Победа. Мы это сделали. Мощь арканы. Аркан смерти. Уязвимость в начале хода. Фигня. Запереть. Минус сила. Порез. 20 урона. Нужно мне еще минус сила? Нужна. За 0, да. Окей. Все. 26. Полное здоровье. Мы сделали это. Настя, здорово. Привет. Окей. Бронзовый автоматон. Ну, привет, автоматон. Что скажешь, если я сыграю бледного всадника? Маску. И в руку доберу еще одного Танатоса. Так, теперь что мы хотим против автоматона сделать? Ну, 13 ходов может дождаться. Я не знаю. Давай мне добор. Контент богу контента. Рыбачок. Такой же контент делаем. Неферен, спасибо за контент для бога контента. Спасибо тебе за 3 призрачности на второй ход. Спасибо, Неферен. Рыбы в чат. 3 призрачности на второй ход это... Подожди. Сейчас будет атака. Потом он ждет. Потом атака, потом ждет, потом мега-атака. Окей, а мне получить эту призрачность, вот, когда она нужна будет. Надо играть сейчас ее. Всю. Теперь я пролом не смогу сыграть. О, блин. И в последней руке отсчет. Ну надо всю призрачность играть. Что мне делать? Попробуем ему половину хп снести. И этот... мой буфер. О, может мне буфер попробовать сохранить? Зельками. Подожди. Стой. А если я... Никак с болью не сохранить. Надо тогда карты на следующий ход не играть. Боль собьет все равно. А как я задефаюсь на следующий ход? Никак. Мне нужно хотя бы одну карточку сыграть. Если я сейчас зелье приму. Без смс и регистрации. Что я потом буду делать? Никто не знает. Так, не обращаем внимания. Так, чего я хотел сделать? По-моему, надо просто скипать ход и терять буфер. Потом зелье использую. Это все заруинил. Но мы не получаем урона, окей? Терпение, вытащить боль. Отлично, мы вытащили боль, и теперь я могу не играть карточки. Меня украли Арсена. Бессмертие все еще активно. Так. Теперь план. Где все мои атакующие карты? О, нет, они все будут на следующий ход. Да, но у меня есть Танатос. А может я сейчас вытащу? Я не вытащил. Мне бы сейчас пролом сыграть, чтобы энергия была. А пролома нет.
И что делать будем? Я могу вот так сыграть. Это хоть сколько-то урона, да? Сыграть вот это все просто для красоты. Классический бой с боссом. Но на следующий ход он не бьет. На следующий ход я могу атаковать. Но мне бы вот сейчас нужна была энергия для летального исхода. А так я все атаки в один ход вытащил. Но все равно я буду их играть. Нужно пролом разыгрывать на него. Чтобы экзекуцию сыграть. А, экзекуция на боссов не работает. О, нет. Что делать? Блин. А где моя легендарка? А! Легендарку на смерть украли! А кто украл? Отсчет? О, вот этот чувак украл. О, нет. Заруинил. Он украл. А я не заметил. 58 урона в лицо. Начнем с того, что не 58. У меня 8 энергии. Я бы сейчас уже мог ее сыграть. Не 58. Потому что у меня есть зелье защиты, у меня есть зелье проворства. Начнем с того, что... Минус 6 силы. Начнем с того, что... А если я смерть сейчас заберу, это бесполезно будет. У нее стоимость будет базовая. Блин. Что делать? Я могу 90 урона на него сыграть, но экзекуция не работает. Все равно надо делать. Дальше что? Дальше сменить маску. А дальше сыграть оборону на 10 блока. Еще одну оборону, это 49. И еще одну оборону, это 59. Не играть в зов странствий. Все сделал уже. Я вот, у меня такое чувство, что я сделал недостаточно. Убивает врага меньше половины здоровья, исключая боссов. Зачем боссов исключать? Кто придумал исключать боссов? Блин. Давай мне терпение. Летальный исход. Стой. Подожди. Я под Танатосом? Это сколько будет урона? 7 на 12. 70. 7, 2, 14. 84. На 2. 168. У него 152. Как вам такая вечеринка? А? Горячий суп наварили из автоматона. Легко. Без мисплеев. Огром. Наносит 20 урона, сбрасывает любое количество карт, повышает наносимый урон на 10 за каждый сброшенный аркан. Нам нужен сейчас глаз мека, окей? Нам нужно взять погром... Взять глаз змека, и все. Последний час, второй нам точно не нужен. Глаз змека. Начать прогноз. Выпадет ли глаз? Выпадет ли глаз змека? Он нужен нам. Чат. Вы должны наколдовать его. Это наш последний шанс. Варлок, ты знал, что ситхи на самом деле совсем не ситхи? Да, наверное... Наверное, тебе рассказал Дарт Сидиус?
Витард Плагиус. Джедаи тебе не расскажут от этого. Окей, ставки. 50 на 50. Нет, его нет здесь. О, нет. Можно взять домик. Было 5 максимального здоровья. Я буду просто наслаждаться игрой и не убиваться тем, что ставка не зашла. Но ведь на наши ставки ничего нельзя приобрести. Это хороший знак, что тебе не стоит вообще никакие ставки делать в реале. Если ты убиваешься тем, что ставки не зашли виртуальными монетками, которые ничего не делают, то тебе точно не стоит делать никакие ставки в казино. Это вот ты проверил. Нам брать молот. Да? Тебя чокер можно было взять. Окей, нужна огненная элитка. Погнали. Мы не пройдем даже 2 боя. Нам такой конец. Полный. Окей. Ладно. Играем терпение. Добор. Погром. Это 45 урона. Ты меня пробиваешь на 1. Можем погром сюда сыграть. Сыграть оборону. Играть летальный исход сюда и оставить тебе 1 здоровье. Как я ему 1 здоровье остался? Оставил. Что это? Опять боль. Нужно удалить боль. Здесь так много вопросов. Так мало ответов. Окей, нам нужна эта призрачность. Прощай, здоровье. Жестокий натиск сюда, оборону сюда. Экзекуция. Убивает врага, у которого меньше половины здоровья. 27 плюс 27. 54. Она работает. Впервые в истории человечества. Тебя можно запереть. Тебя можно еще раз запереть. Я могу сейчас сыграть Танатос. Погром. Танатос сыграется 2 раза. Погром сыграется 2 раза. Как я тебя добью? В совом странстве, 18 урона. Танатос, погром. Зов странствий. Всего лишь половина хп за один бой. Алиса. Начальная смерть. Персона, когда дает 2 энергии, когда враг умирает. Какой трэш. Трэш, заберите это отсюда. О, нет, где мои ивенты на удаление карт? Что делать-то? Меняем Настю на Алису. Настю нельзя менять. Настя самая ценная в галактике. Дай мне Танатоса еще одного. Слышишь, Настя, что они задумали? Тебя хотят поменять на Алису. А модератор, чат. Я не знаю, что вы задумали, но вам стоит дважды подумать. Нужно играть Танатоса и погром и заканчивать этот бой. Убивает ли отсчет боссов? Там не написано, что не убивает, поэтому я предполагаю, что убивает. Пролом. Шипы. Подожди, летальный исход наносит 12x, то есть он не много раз бьет, а один раз? Или он много раз бьет?
меня бывшая жена Настя и две сестры, они все дикие какие-то. Зато какой порядок в чате. У тебя 8 армора? Да, но шипы бьют на 11. Подожди, летальный исход много раз бьет или один раз? У тебя призрачность? У меня призрачность, точно. Окей, страж. Когда вы разыгрываете аркан, дает 3 защиты, количество раз потраченная энергия равная. Надо брать. Пожалуйста, удалите мою феечка. Нет, как может быть 3 боя подряд? Чат, как может быть 3 боя подряд? Чат, где справедливость? Я спрашиваю. В какой игре мы ее забыли? Где оставили? У меня здоровье 8. Справедливость в пеглине? В пеглине нет справедливости. Почему у меня 8 здоровья? С чем я заслужил это? У меня 4 энергии. Могу сыграть погром или жестокий натиск. Окей, погром, сбросить жестокий натиск. Сбросить отчет. Мы его нафиг не сыграем никогда. У меня 7 здоровья. Справедливость у Насти? Окей, у нас есть еще ход. Еще один ход. Ах, много карточек. Окей, окей. 45 урона. И... Подождите, я знаю, что делаю. И вот так. Еще один ход. 6 урона над зубастому червю. Погром. Прошли. 6 здоровья. На 5 больше, чем нужно для победы. Окей. Зелье силы нам не требуется. Пронзающий взор накладывает 4 уязвимости. Что за фигня? Надежный барьер. 5 защиты за каждую персону в руке. Вот это можно взять. Удаление карт не существует. Трэш, 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 трэш. Все трэш, все в помойное ведро. Лечи меня. Справедливость не существует. Жрица. Справедливость явно не существует. Давай мне бледного всадника, стража, призрачность и экзекуцию, которая ничего не делает. И у нее металлик. Металлика, она солист металлики. О, нет. Призрачность. Ты нужна была один раз. Где ты? Призрачность, ты была мне как брат. Я любил тебя. Окей, выпей, выпей зелье защиты. Боль! Уйди отсюда. Ты мне сломаешь сейчас буфер. Как это пройти, чат? Что делать?
Просто проходи. Ну как? Окей, летальный исход 12 на 5. Не 195. Даже под Танатосом не 195. Погром 60. 60 с Танатосом. Just do it. По-моему, мы дед. По-моему, я и есть дед. Погромом надо тебя снять. А мы же можем сбрасывать боль. Точно, я мог сбросить боль. Так. Итак. По-моему, нам не хватит. Не, не хватит. А, мы живы, феечка. Окей, окей, окей. 7 здоровья. На 6 больше, чем нужно для победы. Окей, it's Thanatos time. Делаем Танатоса и идем ва-банк. Танатос. Жестокий натиск. Надежный барьер, чтобы не получить урона. Еще один ход есть. Пролом. У нее 77 здоровья. Где моя карточка, которая добивает, когда половина хп остается? Я ее сыграю впервые за историю этого забега. Мы можем ее сыграть. Экзекуция. Меньше половины здоровья. Ешь свинец. Ага, мы живы. Пистолет? В этой игре теперь есть пистолеты. Пробужденный. Дает 3 защиты, когда вы разыгрываете персону. Хорош. Пережиток прошлого. Желанный теми, кого ты оставил далеко позади. Те хотят пистолет. Окей, выкинь все этот трэш, включая погром. Живы. Пистолет на защиту. Потому что пистолет это просто самооборона. Пришлось ботинок скипнуть. Стыд? О, мой бог. Как удалить все эти проклятия? Ключ? По лору персоны пистолетом призывают маску. Чего они делают? По лору пистолетом призывают маску. Минус призрачность. Как они так делают? Надо скипнуть ход. Просто скипаем ход. Мы заблочим буфером. Удар. У меня есть 2 хода неуязвимости. Но мне нужно будет еще 2 дополнительных хода как-то прожить. Нам нужно 80 урона. Окей, летальный исход. Время твое пришло. Танатос, тащи. Должно быть самым эффективным. Один ход. Как у меня ни одной нет карточки на урон? Как ни одной? Товарищ судья, это невозможно. У меня так много карт колоде, которые наносят урон. Как может быть, что во все ходы, когда мне урон не нужен был, было 5 ходов, я их вытаскивал. И как в один ход, когда он мне нужен, я ее не вытащил? Как это может быть законно?
Сколько я могу защиты сделать? Надо Арсена сыграть. 48. Тём нас убьет. И ни одной карты на урон не вытащил. Надо было удалять удары. Удары — это не урон. Я считаю, это было некрасиво со стороны игры. Я считаю, это не считается.